друзья, всем привет. Идем сейчас с вами капкан проверять на норку. Сейчас посмотрим, что попалось, нет. Будем снимать. Так, друзья, подошли к первому капканчику. Смотрите, что интересно. Рыбы у нас нету. Так, капканчик вроде бы стоит. Да, капканчик стоит заряженный. Это что у нас такое съело? Норка, что такая хитрая попалась, что капкан обошла, рыбу стащила. Да, интересно. Рыбку съели нашу. Ладно, идем к следующему. Подошел я к второму капкану. Здесь у меня было на взвешке. Рыба у нас поедена. Вот видно. То, что ее кто-то содрал, половину съел, одна висит, капканчика нету, и взвешки я не вижу. Вот, по-моему, наша взвешка была. Факт, что капканчика нету. Куда он делся-то? Что-то я никак... Зверь был, приходил. Может, лиса сдернула. А, вот капканчик, друзья, вот она, взвешка. Смотрите, капкан сработанный. Опять второй пролов. Вот капканчик, вот рыбка. То есть одну съели. Скорее всего, лиса побывала в гостях у нас. Блин, второй пролов уже. В смысле, там у нас рыбу съели, здесь у нас пролов. Ладно, заряжаем. Будем ждать. Еще один капкан. Здесь ни рыба не тронута. И капкан на месте стоит. Все. Здесь у нас зверь не приходил никакой. Еще один капкан тоже стоит, либо на месте. Капкан тоже не тронут, ничего. Никакого зверя здесь не было. Ладно, идем дальше. Так, этот капкан у нас тоже на месте стоит. Все, идем к следующему. Здесь я его недалеко поставил. Рыба, вижу, висит. И капканчик не сработанный стоит. Зверя тоже никакого не было. Ладно, идем дальше смотреть. Так, друзья, вот пришел опять к очередному капкану. Почему-то капкан сработанный стоит. То есть ни зверя, никого, может, по птице сработал. Капканчик такой, двоечка, лису выдерживал. Рыба на месте. Ни шерсти, ничего. Ладно, заряжаем его опять. Идем дальше проверять. Друзья, так. Здесь у меня очередной капкан стоял. Капканчик. Так, рыбу я не вижу, капканчик тоже. Так, так. Ага, вот он, капкан сработанный, стоит вот он, капканчик, опять по лисе, что ли. Вот веревка, где рыба висела наша, рыбу опять нашу утащили, что ж такое, а? Сожрали просто. Капкан сработанный. Пока мне не везет. Третья сработка. И пусто. По лисам что-то срабатывает. Она здесь вот в заряде. Ставлю. Манку потом я поставлю. Следующий. Друзья, здесь видно, у нас куница лазит. Голубь задрала. Будем здесь потом на куничку ставить тоже капканчики. Ладно, последний капкан. Все, друзья, последний капкан.
рыба на месте. Капкан не сработал. Все, идем домой. Через пару дней придем, проверим. Приманку я поставлю. Сегодня неудачно. И такое бывает. Проловы. Возможно, лисы посещали наши капканчики. Норки не было, норку бы удержала. Ладно. Пускай еще постоят дня 3-4. Норки не будет. Переставим другое место. Хотя у нас норки очень много. Снежку маленько. Чтоб следочки видно было где. Ладно, идем.